Как восстановить Android после неудачной прошивки? Вариант первый, когда проблемы возникли после официального обновления. Чтобы у вас не случилось, вернуть заводскую прошивку Android можно через программу от производителя. Скажу сразу, у каждого производителя могут быть свои утилиты. И все рассмотреть в рамках одного видео нет возможности, поэтому я покажу только на примере от LG. Для этого на ПК должны быть установлены драйвера для вашей модели устройства. Если же их нет, скачать их можно на странице производителя в разделе «Поддержка». Установите и запустите программу для обновления. Подключите девайс кабелем к компьютеру. На примере от LG есть пункт восстановления прошивки Android. Попасть в него можно, нажав «Дополнительные возможности восстановления после ошибки обновления». После этого приложение скачает вновь необходимую версию ОС и начнет восстановление, после чего вернется официальная прошивка Android. Вариант 2. Когда возникли проблемы при установке кастомной прошивки через Recovery. Данная проблема решается с помощью очистки устройства и повторной установки архива с той же или любой другой модифицированной прошивки. Для этого зайдите в режим Recovery. Выберите пункт Wipe Date Factory Reset для полного сброса всех настроек. Выберите Wipe Cache Partition для того, чтобы стереть раздел «Кэш». И вновь попробуйте поставить вашу прошивку через пункт «Install zip from SD card», выбрав архив с прошивкой, и подтвердите свой выбор. С вами был видеоканал «Все о планшетах».